Малыши на старт. Сегодня в спорткомплексе «Зенит» прошел спортивный праздник для совсем юных жителей города – «Веселые ползуночки». В нем приняли участие 48 детей в возрасте от 6 месяцев до года. Это мероприятие состоялось по инициативе депутата законодательного собрания Геннадия Любина и при поддержке департамента образования и предпринимателей города, которые всем без исключения участникам предоставили подарки. На ясельных соревнованиях побывала и наша съемочная группа. Таких соревнований в ноябрьске еще не было. Выясняют, кто быстрее ползает. Малыши от 6 месяцев до года. Участники на старт. Внимание. Сначала раскачка такая была небольшая. Два раза останавливались, отвлекались на камеру. Вот, как бы первое наше соревнование. Началось все, что мы начали спортивно-городские мероприятия. Дети ноябрьска выбирают спорт. Когда увидели в глазах детей огонек, искорку, да, что они хотят заниматься спортом, мы захотели увидеть маленьких таких забавных детей. Спортсмены совсем юные, вкус победы еще не ощущали. Поэтому к финишу не все малыши ползут целеустремленно. И дабы дитё не сворачивало с пути намеченного, мамам и папам приходится идти на самые разные ухищрения. Любимая игрушка вообще-то. Мы его грызем дома. А так как не даем часто, то вот сейчас взяли сюда. Вот. Пытался идти, я так понимаю. Ну-ка, как? Мостики показывал. Видимо, это была разминка у него такая. В этом хоть и ясельном забеге все серьезно. Участников к соревнованиям допускали только с медсправками. Победителей определяют в трех возрастных категориях – от 6 до 7 месяцев, от 8 до 9 и от 10 месяцев до года. Дистанцию в 5 метров преодолеть необходимо как можно быстрее. Каждого ползуночка на финише ждут не только родители, братья, сестры, бабушки с дедушками, но и судья с секундомером. Испугался, наверное. Сел и плачет. Ну что поделаешь? Не заставишь. В таком возрасте не заставишь. Все три первых места, а соответственно и главные призы электромобили, достались мальчишкам. Это Дима Шевцов, Семен Федотов и Глеб Буторин. Папа у нас вел фотоаппарат впереди, а он бежал. А папа с вами пришел, я так понимаю, он вас поддержит? Да, 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 обязательно. Мы без папы никуда. Эти соревнования получились самым настоящим семейным праздником, в восторге от которого остались и участники, и зрители, и сами организаторы. А значит, веселым ползуночком в ноябрьске снова быть. Ольга Попова, Александр Иванов. Новости нашего города.